Всем привет! С вами Центр GSM Moscow, и сегодня я покажу, как произвести замену дисплейного модуля на Sony Tablet Z2. Для начала я прогрел периметр и снимаем дисплейный модуль. Далее мы отсоединяем аккумулятор и отстегиваем шлейф. Далее зачищаем периметр, проклеиваем все это скотчем и собираем в обратном порядке. Итак, сегодня я показал, как произвести замену дисплейного модуля на планшете Sony Tablet Z2. Всем пока!